перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Кто это может знать? Кому можно позвонить? Ну? У тебя одна реклама там. Ой, Галочка, ты что, ебать? Можно же зарабатывать в Инстаграме до 40 тысяч в неделю. Заебали ваши вот эти комментарии. Все, кто пиарит так свои дерьмовые ставки или что там. Вот человек пишет, это Муз. Мьюз, да? Нет. Давайте еще раз. Где ты, блядь? Как ты подписан, кстати? А, вот, вижу. Спасибо. Выключи звук, заебал. Спасибо. Как ты громче делаешь? Себе? Мяу! Выключи звук, что нам просто будет хуёво слышно. Итак, ребята, мы находимся на пиццерии видео. Давай поменяйся телефон. А ты в кадр влезаешь? Да. Ты легче смерть, что ли? О, красная. Бордовая, брат. Не красная, а бордовая. И брат! Привет! О, шатаут Михалычу! Михалыч, вот эль! О, еба, Михалыч! Вот эль! Ты меня за руку трогаешь? Да, не. А нам нужна ваша помощь. Отгадайте, что это за трек. О, Тони Мэнсфилд, ёбаный. Бабы, желательно у которых нет заболеваний. Включай. Видите, Тони Мэнсфилд, он страдает. Давай. Вот тише, пиздец, маленькая колонка. Вот такая колонка, вот тише. А вы думали, она вот... Сколько сантиметров ваша колонка? Это Джерги Дэвис, like like you. Live like you. Не? Слышите, вы охуе... Young and high. Ну ты чё пиздишь-то? Два дебила это сила. Своему брату это скажи, сука. Лебедь говорит, что это всё хуйня. Игорян мастер 777. Иван... Давайте ещё раз, давайте ещё раз. Пацаны, давай, Тони, блядь, заебал, включай Шазам. Тони, пиздец, ты ж, блядь, сука, блядь, говнарь, ты знаешь любое музло, пиздец. Перевожу на русский. Тони, ты ж, блядь, говнарь, ты знаешь... Шрам пишет, что мне заебал. Это... Джига, скажи что-нибудь. Джига, пиздец, ты знаешь. Поставьте еще раз. Подожди. Джига, во-первых, спасибо тебе еще раз. За все, брат. Да, во-вторых, ты отгадал тот трек, все правильно, они даже не стали спорить. Да, ты сказал, что этот исполнитель, его зовут нихуя не слышно, и они согласились с этим. Поэтому, брат, ну... Вот, кстати, вот, смотри, как выглядят эти люди. Вот. Здорово! Вот, вот, кто записывает эти ебучие скетчи на афише. Да. Там Виталик... А, это, я смотри. Знаю, исполнитель, назвали, что исполнитель будет босс хуй соси. Правильно или нет? Ты чё, охуел? Я тебя найду. А техник... Пишешь, что нихуя не слышишь. Нихуя, это не старый трек Кобзона. Ты, я не понимаю, ты прибавляешь. Они, да. Это Blood and the Cut? Blood and the Cut? Ну да. Так кто исполняет? Это видно. Это Blood and the Cut. Ну я отгадал. Ну все, да, давай. Я отгадал. Да, все. Фараон. Кейф Лэй? Я просто, я хуйней занимался. Пиздец, откуда, да? У меня не пишется такая хуйня. Что там по лесу, у меня по ребрику? Слава Украине, не слышно.
Слава Соединенным Штатам! Давай телефон обратно. Ты мне мой этаж? Ты мне мой этаж? Всем спасибо, всех обнял. Спасибо, я выиграю. Спасибо, что присоединились. Не, God of War я играю сейчас, нету там такого. Я прошел охуенешь. Пиздец, я от меня так разъебало, когда в Хельхейм на драконе там ебучем просто летишь. Пиздец, да. Там, да, ты прошел? Ну не, я еще не помню, еще прошел. Еще Horizon, дядь. Ну Horizon что-то, ну хуй знает. Но у меня тоже он есть. Брат. Ебать, у меня игр на самом деле, как у японского подростка. Босс Тонер, привет с Украины. Хочу. Тони Мэнсфилд, Ведьмак. И лох. Ну намекните хоть, там есть мечи? В общем, еще мем из мема, да. Мем еще был связан с этой игрой. Ну, Game of Thrones, не? Игра престолов? Бля, что это за игра? Это не Игра престолов. Это не смешно. Это с вами про баскетбол? Про футбол? И поэтому хуйню загадал. Мне интересно, что он употребляет. Ладно, я пошел. Не могу отгадать.